Здравствуйте, дорогие друзья, с вами канал Джулия, и сегодня я буду готовить праздничную закуску под названием «Дьявольские яйца». Я сварила 4 яйца, можно сварить и 6, можно сварить и 8, все что угодно, сколько необходимо вам. Мелко нарезала и обжарила куриное филе. Можно также мелко нарезать и обжарить любое мясо, можно бекон. Яйца почищены, теперь я их нарезаю очень аккуратно и вынимаю белок. То есть я аккуратно отделяю желток от белка. Белок я отодвигаю, а желтком я сейчас буду работать. В желток я добавляю 5 мл винного уксуса. Добавила я майонез, посолила. Сейчас добавлю я еще мясо. И буду все тщательно перемешивать. Так, мясо сюда я добавляю не все, а только половину. И этой массой я наполняю белки. Сверху я посыпала оставшимся мясом. И еще посыпаю копченой паприкой. Почему яйца называются дьявольскими? Потому что еще я сейчас посыплю жгучим красным перцем, перцем чили. И оставшийся ингредиент — это зеленый лучок, и мои дьявольские яйца готовы. Осталось только их попробовать. На этом все. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Будьте здоровы!